Почему вы здесь, за что воюете, как долго, по вашему мнению, продлится война? Я воюю здесь по простым банальным причинам. По личным. Первым. Во-первых, мне нечего делать в Киеве, иначе меня на Майдане повесят вверх ногами. Вот. За определенную деятельность до Майдана. Помогал Беркуту, организовывал крестные хода за единство с русским миром. Ну и вторая причина это. За что воюете? Банально. Воюем за Русь и Тувера православную. Я тоже. Вот. Ну и очистить мир от фашизма, который появился настоящего, это кристаллизованного уже, фашизма. Это уже не фашизм, это расизм. Это концентрированный расизм, неонацизм. Это фашизм несколько иное. Расизм это, в моем представлении, одна из разновидностей фашизма. Вот. Я так. Вот. И это очень такой кристаллизованный негативный момент ярко выразился в Киеве, в Украине, в одной части Украины. Иногда доходит просто до откровенного сатанизма. Это надо искоренять. Иногда это, по-моему, слабо сказано. Это уже всегда, как правило. Какой там был другой вопрос? Ну и третий вопрос. Как долго, по вашему мнению, продлится война? Вот Павел Губарев считает 7 лет. Моторола говорит не менее 4 лет, а может быть вообще неизвестно сколько. По вашему мнению. Я думаю, все произойдет намного быстрее, потому что... Почему? Почему вы так думаете? Раньше экономику подвязывали под политику. И пока. И поэтому войны происходили в определенный период, в определенное время. Сейчас политика подвязывается под экономику. И войны будут короче, потому что людям надо жить, людям надо торговать, людям надо работать, людям получать зарплату, пенсии. От малого до великого, от крупного олигарха до простого рабочего. Все хотят получить прибыль. Поэтому война будет не длинной. Понял. Спасибо большое. Да, пожалуйста.